Стой, остановись. Включи звук. Это видео для двух групп людей. Первое — для предпринимателей, которых их бизнес просто за**ал. Они устали и понимают, что ну дальше так нельзя. Они хотят расти, новых вершин, они хотят свободу от бизнеса, а бизнес их заставляет вкалывать, и не они имеют бизнес, а бизнес имеет их. А для увеличения продаж нужно больше производить, нужно больше людей, это больше расходов. Вроде бизнес растет, а прибыли, личной свободы этого нету. А вторая группа людей – это те люди, которые уже там 5, 10, а то и 20 лет смотрят на первую группу и думают, ну, хочется бизнеса, хочется свободы. Но видя вот этот геморрой, они понимают, что не, лучше я еще поработаю 5-10 лет, и с вероятностью 99% они так и не начнут свой бизнес, но душа-то требует у них тоже свободы, самореализации. Представьте, что вы можете иметь бизнес, который легко масштабируется, когда не нужно нанимать новых сотрудников, когда ты можешь один раз произвести и продавать, когда ты можешь путешествовать, и твой бизнес будет без границ, ты можешь продавать в любую точку мира, когда ты можешь проводить время с семьей и управлять всем своим бизнесом с айфона. У меня так же, как у вас, есть опыт традиционного бизнеса. Кнопку жизни мы вытащили только благодаря инвестициям, которые вкачали 3 миллиона долларов. Студию балета и шпагата мы закрыли с большими убытками. Инвестиции в Зоостров не окупились. На фоне этих громоздких проектов, где большая выручка и низкая прибыль, мой другой проект, связанный с онлайн-образованием, за 3 года вырос до выручки 150 миллионов рублей, где прибыль 40-60%. Объем рынка онлайн-образования в России сейчас 20 миллиардов рублей, и он растет ежегодно по 25%, причем в самых разнообразных нишах. Это и школы программирования, и о том, как выращивать грибы-вешенки, и как строить отношения правильно, и как питаться правильно и худеть, либо наоборот набирать массу. Ниш огромное разнообразие, и при этом не нужно быть экспертом, можно взять того, у кого есть знания, и продюсировать его. Приведу примеры таких проектов, как онлайн-школа рисования, которая ежемесячно делает 18-20 миллионов рублей, из которых 40% чистой прибыли. При этом есть Наталья Африкантова, которая пришла к нам из сферы наук, ученый, которая не имела вообще опыта в бизнесе и за первый месяц заработала 118 тысяч рублей. К примеру, Михаил Мартынов, который из реального сектора, у которого есть производство по сбору и заготовке дикоросов, ягод и грибов из леса, который в прошлом году сделал 400 миллионов рублей на реальном секторе, а сейчас строит онлайн-школу, чтобы обучать подобному бизнесу других. К примеру, Валентин Василевский, который чуть было не купил франшизу Subway, ведомый желанием иметь собственный бизнес. Благо вовремя одумался, и сейчас у него крупнейшая школа в России по Таро с выручкой 3,5 миллиона рублей. Денис Пустовой, который пришел к нам из традиционного бизнеса с убытками и долгами, и благодаря онлайн-образованию рассчитался с долгами и сейчас имеет ежемесячно стабильно 2 миллиона рублей, из которых 50% чистой прибыли. Другой пример — Ирина, которая пришла к нам с уже существующей школы английского языка, чтобы систематизировать ее и вывести на новый уровень прибыли. Сейчас к нам в акселератор онлайн-школ приходят люди либо для того, чтобы создать онлайн-школу с нуля, либо для того, чтобы в существующем бизнесе построить подразделение онлайн-образования, либо чтобы существующую онлайн-школу вывести на новые уровни прибыли и оборота. Если вы устали от традиционного бизнеса и думаете вывести его в онлайн, если вы корпоративный сотрудник и уже давно мечтаете о собственном бизнесе, если у вас своя онлайн-школа и вы не знаете, как ее масштабировать и вывести на новый уровень, тогда вам к нам. Жмите на кнопку, там вы получите PDF с пошаговым планом создания онлайн-школы и приглашение на онлайн-встречу, где мы разберем, как создать свою онлайн-школу, продюсировать себя или своего эксперта. Разберем успешные истории, как школа английского, школа пения и онлайн-школа программирования зарабатывают от 1,5 до 21 миллиона рублей. Рассмотрим бизнес-план, который позволяет уже через 3 месяца выйти на чистую прибыль от 150 тысяч рублей в месяц. А самых успешных резидентов акселератора мы пригласим стать нашими партнерами. Ведь у нас уже в очереди стоят такие люди, как Алексей Герваш. Это топ-1 эксперт в России по аэрофобии. Это Глеб Архангельский. Это топ-1 в России эксперт по тайм-менеджменту. Это люди, которые нуждаются в продюсерах, и мы совместно с вами можем монетизировать их аудиторию. Жмите на кнопку, увидимся онлайн уже завтра.